Пожалуй, излишне сладкое, но вполне вкусное мороженое из Литвы, которого целых 500 грамм в упаковке с вполне адекватным составом, но который сложно прочитать. И находится он в нескольких вариантах, на таре которых можно рассмотреть. Является дорогим, очень быстро тающим, приятно есть смешавшим, типа творога или йогурт, у которого нет определенного вкуса, могу советовать брать. Правда, только по скидке. Ароматные орехи, шоколад чувствуется. Все очень оригинально, необычно и лучше многих других образцов. Правда, все на любителя, конечно. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки и ждите новые обзоры.